Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая доставлена новой почтой. Это у нас рюкзак. Эта посылка была с четырьмя другими задержана на таможне. После небольших разбирательств с таможенным брокером новой почты таможенную пошлину оплатил сайт GearBest. И по моей просьбе в течение двух дней мне ее доставили. Вот такой вот рюкзак. Заказ был сделан на сайте GearBest. Доставлен, как я уже говорил, новой почтой. Вот такой вот рюкзак. Стоимость данного рюкзака $7. По акции заказывал. Это даже, по-моему, предпродажная какая-то цена была. Ну, довольно-таки неплохой рюкзак. Ссылку выкладывать не буду, так как можно зайти на сайт GearBest и купить, найти данный рюкзак. Тем более, что цена там сейчас совершенно другая. На этом все. Всем спасибо, всем пока.